так называть работы. Это груши, яблоки, это прививки и все прочее. Да, выращивание сада — это и есть работа. Сергей Герасимов с Красноярского телевидения приезжал, режиссер. А ты мне говоришь, это он ко мне приехал, а с моей наводки? Не, правильно. Он приехал к тебе. Ты давай пальцем показывать, вот там садовод, там. Ну, в смысле, кому стоит заскочить. И вот он начал, конечно, снимать съемки еще у Байкалова. Там. Это последние съемки были? Он последний, потом вот. Старик помер спустя то ли год. Это все с моей подачи. Да, потом приехал сюда, снял у Жестовского. Нет, сперва у меня, потом у тебя, потом у Жестовских, а потом уже Байкалов последний. Ну, я не знаю порядок, факт то, что... Так вот скажи, реакция была? Уй, моментом начали, мы стали востребованы, потому что там настолько хорошо снято, так талантище. Широко показано, вообще молодец он. Просто, ну, слов нет. Подробно, посортно все снял. С лирикой. Да, с юмором. Тут же пробу снимает. Говорит, все, я напробовался, уже не могу лобну. Это, ну, отличный фильм получился. Это Енисей регион. Вот я не помню его толком название. То ли я, мир окна. Ну, как я не помню? Нет, мир окна. Ну, как я могу не помнить, когда это? Это все я и организовал. Нет, Татьяна мне Жестовская потом говорила, ты неправильно называешь, она иначе называет. Жизнь окнами в сад. Жизнь окнами в сад. Да, первая серия — Жизнь окнами в сад, вторая серия. Ее можно сейчас найти. Ну, не, у меня диски лежат до сих пор, они подарили, приехали. Когда второй фильм снимали, они первый фильм притащили, а потом еще перестали. Они молодцы, сперва приехали, у всех у нас абрикосы сняли. Да. А потом уже осенью, уже вот это и груши, яблоки там. Меня персики. Заставил лазить на дерево, персики. Чтобы яблоко прозрачное так сорвал там и прочее. И самое главное, эти фильмы прогнали по второму каналу «Россия». Я дважды их видел. Нет, это не было этого. Я почему и обиделся. Кончай. Енисей регион показал, 4 года подряд показывал. Первый канал «Россия» существует и второй канал «Россия». Вот по второму «Россия». Мало того, меня в этом даже недавно повторяли, в Краснодарском крае мужики, ну, эти мои родственники, говорят, о, мы тебя, говорит, увидели, так, говорит, было приятно посмотреть, как ты, мол, там пространно объясняешь. Значит, я проворонил и не проворонил. Видел, и обижался. Они мне позвонили и сказали, во сколько это будет демонстрироваться, сначала здесь, да, а потом уже по России, и у меня эти на Ангаре тоже друзья обитают. И там видели? Там видели, да. А что же я-то? Я все переживал. Ну, такая талантливый фильм. И страна не показала, кроме этого, Красноярска. И вот смотри, видимо, после этого даже начали на той же Ангаре, конкретно в Богучанах, выращивать, сливы выращивают, яблоки выращивают. А сейчас там ГЭС есть, там теперь можно вырастить персики. Понятно, нет, может быть. Где ГЭС, там микроклимат. Я в этом году на Троицу ездил, на родину моей жены, это на Бирюсу. Там самая, правда, низкая температура была в этом году. Так, говорит, тепло было нормально, 46 градусов. Сливы растут, китайки. Да такие деревья нормально, не укрывают, ничего не делают. Понимаешь? А я их, знаешь, когда зауважал? У нас же горы, слава богу, есть. Ну. Айдай, да. Карак, другой. На самой верхушке заезжаю, а там дачи. Да. Там каждый год 40 за 40. Да. Вот. И еще и ветер. Китайкам хоть бы хны. Да, я с тех пор начал рекламировать, не стеснялся, это самое, косточки продаю направо-налево. А даже этого добра нигде нет. Так вот, чем чаще снимают и показывают нас, тем будем больше востребованы. Так не хотят показывать, не это. Ну, это дружно. А, слушай, последнее, потому что моргает зарядка. Вот, меня пригласили на фестиваль в Абакан. Это последний раз, я потом плевался и больше сказал, не поеду. Вот, я выступил с лекцией, вот, мне обещали, что будет телевидение, мне. Да-да. И передо мной, это самое, выступал министр транспорта Хакасии. Для чего? Потому что болезненно, люди не могут на дачу проехать, все правильно? Конечно. Важная тема для фестиваля садоводства. Важная, он передо мной выступил, телевидение все показывает, за ним объявляет. Сейчас вам прочтет лекцию, как выращивать железолик, кстати.
Типа так, причем так этот знаменитый садовод это, на всю Хакасию, чуть ли не страну. Не я выхожу. А известный. Нет, она-то молодец, а у нее-то была задача привлечь людей, чтобы полный зал был. Поэтому она и сказала, что знаменитый. И я выхожу на сцену, вот, значит, только начал говорить, телевидение, два этих канала, или как там, сворачивают свои кабеля и исчезают. Вот, я потом спрашиваю, вы сказали, что телевидение будет, ну, я бы всю Хакасию бы научил, всю Хакасию. Она говорит, а я позвоню.